Люберецкая стоматологическая поликлиника отмечает юбилей. Учреждение распахнуло двери 35 лет назад. За эти годы система здравоохранения сделала большой рывок вперед. Появилось высокотехнологичное оборудование и новые методы лечения. О буднях и праздниках люберецких стоматологов в репортаже моих коллег. Это была первая и единственная хозрасчетная поликлиника в Подмосковье. За год здесь проходили лечение около 40 тысяч человек. Это пациенты не только из Люберец, со всей Московской области. В Люберцах решили, что откроют поликлинику хозрасчетную. Но основа правительства оказалась недостаточна. Поэтому я должна была получить приказ от Министерства здравоохранения Российской Федерации, это был 87-й год, да, и согласование Мособлсполкома. Я очень довольна своим коллективом, с которым я проработала. Первых пациентов поликлиника приняла в январе 1988 года. Коллектив состоял из 70 человек. Через каждого стоматолога в месяц проходило несколько сотен пациентов. Теперь количество кабинетов прибавилось, штат сотрудников тоже увеличился. Сплоченный коллектив – не единственная гордость учреждения. Сейчас у нас очень современное оборудование, новое оборудование. Наконец-таки появилось детское отделение, которое очень важно для того, чтобы оно было в нашем районе, именно в том округе. Раньше были проблемы с детской стоматологией. То есть мы расширили спектр наших стоматологических услуг. Юбилей коллектив учреждения отметил в Люберецкой картинной галерее. Поздравления звучали и от благодарных пациентов, и от представителей власти. Процесс становления и профессионального слаживания этого коллектива зависит от руководства всегда. И то, что на территории городского округа такой заслуженный коллектив, который своим трудом вылечил не один десяток тысяч наших жителей, земляков, это абсолютно точно. Сегодня в стоматологической поликлинике работает 91 человек, в их числе 35 врачей. Валентина Решетова – одна из тех, кто стоит на страже здоровой и красивой улыбки с первых дней. Эти 35 лет пролетели как мгновение, а потом они были наполнены творческим трудом и хорошим отношением среди коллектива. Эти отношения позволили выдержать за 35 лет многие сложные случаи перестройки здравоохранения. Поэтому это радостный труд, он творческий. Люберецкая клиника Московской области является одной из самых ведущих клиник. Здесь хорошо развито лечение по новым технологиям, имплантация. А самое главное, есть стремление к развитию. В поликлинике оказывают весь спектр стоматологических услуг. Каждый врач может вылечить пациенту зубы, научить за ними ухаживать. Красивая улыбка – это не только красота, но и здоровье. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.